Так, чуть FP, сейчас все допереименую, чтобы все нормально. Да, все переименовал, все вроде нормально. Опа! Вижу, что-то тут на Яндексе творится. Что на Яндексе творится? 25 рублей на Яндекс приходит. Понял, я не понимаю, почему ты агришься на вопросы про братка. Пес, серьезно, браток еще играет? Ну, я не знаю, у кого рекорд больше, про Димагу ли в Венерах или про братка, вот. Так, реперочек сейчас врывался от бани. Две пробочки, да, минус? Да, две пробочки бани. Сейчас мани минуснул. Неплохое начало. Шестнадцать пробок на мне. Роба пошло, я вижу. Сейчас очень не слабо так роба пошло. От маны. Ну, пока передропов минок не планируется, ничего такого. Циклончик бани стоит. Вторую ЦЦшку начинает раскачивать понемножечку. Задержка, ребята, задержка выставлялась. Должна быть задержка. Была быть. Все будет нормально, не волнуйтесь. Что за видео? Обновите просто, и плеер будет нормально, ГГ-плеер работать. Рестрим на еще куда-то. А, Twitch я сегодня отрубил. Кстати, зря я Twitch не врубил сейчас при рестарте Шевруса. GS, точнее, сегодня Старлига была, вот он отключен и был. Так, блин, Twitch не врублен. Ребят, я что делать с этим Twitch'ом теперь? Короче, давайте эту игру я достримлю, то стоп-стар сделаю, врублю Twitch. Не буду уж разрубать запись так жестко, как бы просто на две части. Вот, будет рестарт, опять 3 минуты надо будет ждать, как бы. Пусть хотя бы запись одной игры будет, а на вторую сделаю стоп-старт, да, врублюсь. Так, насчет братка не играет он. Инфы нету. Так, раскладывается либератор, но его сталкер атакует. Оп, он сталкеру дал объяснить. Дал понять, что не надо так наглеть. Но не минуснулся либератор. Здесь тоже по сталкеру либератор стрелял, кстати говоря. Обратите внимание. Нам бани ставить опасно. Бани что-то последнее время
На дно ушел маленько почему-то, не знаю. 47-45, но пока в этой игре все замечательно. У него по лимиту, стимпак щиты делают, справа поздний очень. Циклончик на патруле мана, третий Нексу ставит, Банни идет Мариком его как раз таки проверять. Сейчас придет, проверят. Приходят, Нексус видит, нужно ли его атаковать. Нет, не нужно его атаковать, Марик спалится, иначе атака не спалится. Болеем за кого хотите, здесь наших нет сегодня, поэтому как-то так. Минус циклон, недолго он ездил, сталкер моментально, минус нули, Steam, Банни вычинивает, и Steam, что ты делаешь? Минус стимпак, минус щиты, провал от Бани, даже не попытался рабочий увести. Ну, что это такое за проигрок, черт побери. Так, ну что, минус еще один циклон, минус медиваки, вот уже не так все круто у Бани по лимиту. Хорошо, мана пришел, подконтролил стимпак, щиты, ё-моё, Бани здесь завис в итоге на 120 секунд, как минимум еще на мейне у себя. Нужно третью ЦЦшку, да, добавлять, добавляет Бани. Медиваки висят просто вне, что он делает, ё-моё, будешь коруто разрывать от дерева, походу. Что-то Бани вообще трупак какой-то, реально, я смотрю. Еще и Грейд выбил мана ему, ё-моё. Он почти выиграл игру этими сталкерами. Все, зачем ему третий Нексус тут нужен? Я просто GSL вчера вырубил еще, когда GSL стримил. Старлигу, может, и не будет блочить. Вот, а GSL точно будет блочить. И канал мой забанят. Ну что, 106-106, блин, 62-45 по рабочим. Я чувствую, что здесь уже не вытащить, конечно, тирану. Потому что мана сейчас очень все хорошо раскачает. Здесь еще раз сталкер обрывается на вторую. Здесь пытается призмой прилететь, подхарасить адептами, подхарасит. Адепты пошли к рампе. Ну, здесь хоть закрыл депошки Бани, и то хорошо. Марики вперед лезут. Зачем они вперед лезут, не понимаю. Адепты их сразу разваливают. В это время в центре какой-то контакт происходит. Бани без стимпака куда-то пошел. Как пошел-то Бани? Тем не менее, при этом всем лимита у Бани вперед больше все время. Вот ЦЦшка сейчас на третью полетит. Если Бани, конечно, выиграет эту игру, это будет для совсем... для мана плохими новостями. Это будет значить, что мана кто? Сами знаете кто. Так, ну что, приходит Бани, очень много здесь бил сейчас. Минки копаются, начинает прессинговать. Вот. Очень неплохо. Подбревает сталкеров, болею за Бани, короче, пацаны тут на Бани поставили, говорят. Минус Эмортлы, минус Архоны. После такого начала Бани приходит, еще и ману тут пробревает. Вот тебе и адепты, блин, имбовые. Просто минус Мариков назад отвел, молодец. Минки бабах делают, падают пилоны, падает все вообще. Нексус нужно на третий вырубить сейчас, что Бани и делает вполне успешно. Мана что, уже в размен собрался идти? Не понимаю, что Мана хочет здесь делать. Нексус падает, саплай блок у Маны неприятный. Заходит Бани, минки вперед ломятся, минок нужно вокруг обвести. Иммортла, да, Иммортла фокуснул. Минки прям в рабочих тут копаются. Сзади сталкера пытаются прирост поймать, но прироста больше, чем сталкеров, поэтому минус. Вот. Банкуем, пируем, мы сегодня все кайфуем. Короче, Аверс, не будешь ты кару есть. Все замечательно. Вот, Бани тащит у нас, оказывается, сегодня. Попер стимпак. ГГ пишет мана. Сейчас проверю, кстати, какая у кого задержка там стоит.
И сделаю сейчас, ребят, я стоп-стар, чтобы Twitch врубить по просьбам трудящихся, так сказать. Я что-то не понял. Да, такая же у всех задержка. Захожу. А все, стоп-старт, ребят, делаю. Сейчас через 3 минуты стрим у вас упадет и поднимется только еще через 3, то есть через 6 он вернется. Ждите.